конференции. Для разговора потом, пока поближе подойдите. Что мне кричать надо. Сегодня мы едем на Благовестие в районный центр. Сказали, там 5000 человек. Поэтому вторая машина приезжает Женя Долгов. Мы сейчас коротко распределяем, потом я остальное скажу. Мы едем с Долгу, с этим, с Глушковым. Значит, Нянила. Вот где она? Куда? Не понял. Вы поедете развешивать объявление? Какие объявления? Мы едем на Я понимаю, а как вот тогда в Ибрике? Мне нужно сесть потом на другую машину, чтобы в Ибрике ехать. Да, отойди. И Виктор, отойди. Вот это у нас одна компания. Вторая? Так, Лена? Не понял? Никак, одна не может пойти. По одному идем на улицу. Никак. Только ты. Значит, из мужчин Володя и Сережа. Где они у меня? Володя, Сережа, где? Вот он. Встаньте сюда. Так. Лена, на эту сторону подойди, пожалуйста. Так, Женя, где она у меня? Все. Вот эта вот компания, вы поедете с этим. Теперь, где написал? Ты просилась, подготовься, все с собой выбрать. И всегда ехать по церковной форме. Минутку, разговор. Второе. Экипировка около нас будет. С собой берите, что полегче. Поесть, взять. Что у вас есть? Там огурцы, помидоры, хлеб. Знаете, бывает не сразу. Это мы где-то часа в три только оттуда. В четвертом часу в четыре отъезжаем. Кое-что с собой берите. Так, из мальчиков кто хотел поехать? Сережа, не знаю, потому что это так, Женя возьмет или не возьмет. Мы не можем в машине, все, пятеро, никак. Но у него большая машина, и он в прошлый раз говорит, тем более такие дороги, тут это не центральная трасса какая-то. Так, кто хотел из маленьких мальчиков вот поехать? Отходи, Сережа. Но это все под этим, под вопросом от жизни. Быть, и Яша я хотел спросить, сегодня вот Витя считал пропасть, почему свет не включает, никто стоит рядом. И он Библию выворачивает, да ладно, еще свет отсюда идет. Проходить как-то неудобно. Прямо у включателя стоят, вижу, ну только чакнуть и все. Вот смотрите сегодня, какой в храме порядок. Дети уезжают у нас. Некоторые пробыли совсем недолго, три недели. Видите, какие изменения в них. Это не просто изменения, вот. Иди сюда, Степа. Роман, подойди. Потому что мы остаемся. Они сегодня могут уехать. У него папа приезжает сегодня, и мы с ним кое-кого отправляем. Когда дети просят характеристику, родители на детей, мы даем. Характеристику пишут старший воспитатель Виктор Николаевич, воспитатель Володя, и там родственники, бывает мать, бабушка, и тогда мне дают, и тогда, а я-то все же их знаю маленько, и тогда все вместе беру. Один я никогда ни одной характеристики не писал. Бывает так, просит человек уже в годах где-то, человек семь пишут, вот на Волкова писали, на Капустина, Митю там, на его отца. Вот он приехал, побыл здесь маленько, сколько ты первый раз был, две недели? Три. Его забрали, он уехал в спортивно-оздоровительный лагерь. Ну что такое спортивно-оздоровительный? Хотят, чтобы дети были развитыми, физически подготовлены. Он рассказывает о порядке. У них ничего нет, ни одной молитвы нету, ничего нету. Вот